Всем привет, с вами блокнот Волгограда и прогноз погоды на эти выходные. Последний майский уикенд обещает быть дождливым. В пятницу температура воздуха днем будет плюс 20 градусов, ночью плюс 16 градусов. В субботу нам обещают до плюс 27 градусов днем и до плюс 18 градусов ночью. А в воскресенье воздух прогреется до плюс 27 градусов днем и до плюс 19 градусов ночью. Хотите сэкономить на отдыхе в солнечной Анапе? С блокнотом это возможно. При оплате гостиницы напрямую назовите кодовое слово «блокнот» и получите персональную скидку и широкий ассортимент курортных услуг. Блокнот предлагает только реально существующие гостиницы. Переходите на сайт «Блокнот Анапа» в раздел «Гостиницы» и бронируйте прямо сейчас. Поторопитесь, номера с видом на море бронируют в первую очередь.